Добрый день, сегодня я хотел с вами поговорить про различные VIP-сервисы в Египте, город Шарм-эш-Шейх. Сегодня у нас 4 января 2017 год. В данной ситуации использую телефон iPhone 6s. По приезду в город, данный город, купил себе сим-карту местного оператора Vodafone Egypt. Ну и, соответственно, попробовал, какие VIP-сервисы здесь работают. Тот же Skype, Viber, FaceTime, аудио, видео, они все работают. Но меня интересовал в данной ситуации местные VIP-сервисы, типа как Sipnet.ru, это российский сервис, либо Intertelecom. Установил я Brio, многофункциональное VIP-приложение, но был немножко расстроен, что сервисы не подключаются, то есть вот, регистрация как бы не происходит. То есть можно посмотреть в настройках, он мигает, он подключиться не может. Ну, какие-то ошибки выдает, там DSN 408 и тому подобное. То есть, ну, можно в данной ситуации обойти данную проблему, запустив Opera VPN. Сейчас мы, в принципе, проверим, как будет происходить подключение. То есть он подключился на немецкий сервер. Сейчас мы запустим заново VIP-приложение Brio. Он Sipnet подключился. В вашем счете осталось $13.28. Сейчас подключим другой аккаунт, допустим, интертелекомовский. То есть интертелекомовский, видите, тоже подключился. Вот, на этом, в принципе, и все. То есть для многих это такой, ну, может быть, некий лайфхак